Привет, друзья, я Сергей Бадюк. Вы смотрите телеканал «Боец». И это моя программа «Практика с Бадюком». Поделюсь с вами личными наблюдениями. Не в обиду москвичам, не в обиду московским бойцам. Я многие годы слежу за кикбоксингом и ответственно заявляю, самые крутые файтеры, все из Подмосковья, все из маленьких городов, которые окружают нашу огромную столицу. Это прежде всего Дедовск, где живет Вадим Украинцев. Это Подольск, это Чехов. Ну и, конечно же, Реутов, откуда наш сегодняшний герой. Это звезда Реутова. Его любят там все, его знают от бабушек на рынке до маленьких детей в школе. Это абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Алексей Папин. Здравствуйте. Привет. Алексей Папин, знаменитый российский кикбоксер, уроженец подмосковного Реутова, в местный клуб «Пересвет» маленького Лешу в конце 90-х привел отец. С тех пор Алексей Папин посвятил свою жизнь спорту. С 18 лет выступает за ЦСКА. Неоднократный чемпион России, Европы и мира, а также обладатель Кубка мира по кикбоксингу в разделах «Фуллконтакт», «Лоу-кик» и «К1». Большинство побед одержал в весовой категории 91 килограмм. В июне 2013 года завоевал звание абсолютного чемпиона планеты в рамках фестиваля боевых искусств «Копье пересвета» в Сергиевом Посаде, взяв заслуженный реванш у серба Нинада Погониса. Леша, как папа? Как Василий Иванович? Благодарю. Замечательный отец. Я был ринг-анонсером турнира в Сергиевом Посаде, когда Леша выиграл свой бой, блестяще выиграл. И знаете, что я помню? Я помню, как в углу, как болел за него отец, как он его водил, как он переживал, как он его обнимал и ликовал. К чему я все это говорю? Уважаемые, если у вас растут маленькие пацаны, водите их заниматься спортом. Как потом приятно отцу, когда твой сын становится чемпионом. Папа гордится тобой? Конечно, гордится. А сегодня мы с тобой разберем боковой левый. Мне очень понравилось, как ты его тогда пробил дважды. Он же привел к победе. Да, да. И несмотря на то, что ты выступаешь по кику, я хочу поговорить о боковом левом, потому что вот наблюдая за твоими боями, я смотрю, что вот это твой основной хлеб. То, что приводит к нокауту, да? Неоднократно закачивал нокаут именно левым боковым. Алексей очень техничный боец, я могу сказать. Очень физически развит, очень мощный. Выглядит достаточно мощнее той весовой категории, в которой он выступает. И с хорошим ударом. Также я могу сказать, что у него хороший поставлен лоу-кик. Хорошее колено, хорошая техника бокса. И все это вместе, естественно, также является его большим преимуществом, которым он успешно пользуется в своих боях и имеет такие громкие титулы, как чемпион мира неоднократный, чемпион России по различным версиям, по К1. Человек довольно-таки техничный как боец и... Я могу сказать, хороший, добрый парень, как человек. На вопрос о своем коронном ударе Алексей Папин рассказывает, что однажды повредил правую руку и некоторое время был вынужден тренироваться одной левой. С тех пор хук левой стал его фишкой. Левый боковой – один из самых распространенных ударов рукой в боксе, кикбоксинге и смешанных единоборствах. Наносится согнутый в локте рукой на средней и ближней дистанции. Главное преимущество этого удара в том, что он не требует размаха и благодаря энергичному повороту корпуса вкупе с переносом тяжести тела очень силен. Вы знаете, вот я замерял, у меня вот левый боковой сильнее, чем правопрямой. Не знаю, может, какая-то особенность из-за техники нанесения ударов. Ну, не знаю, вот честное слово. Правая рука у меня сильнейшая, левый слабее. Но левый боковой, он наносится намного жестче. Левый хук – это боксерская классика. И этот удар достаточно мощный, потому что... Так как он наносится сбоку, то можно, так скажем, хорошо зарядиться и разогнать инерцию. Боковой можно наносить на скачке, можно наносить то есть на длинных дистанциях, на короткой. Ну, наверное, самый яркий левый хук в истории всех единоборств – это левый хук Майка Тайсона.
Начинающему бойцу, особенно правше, натренировать левый боковой порой бывает крайне сложно. Поначалу его просто неудобно бить, да и левая рука у правшей, как правило, развита гораздо хуже правой. Однако специалисты заверяют, что поставить хороший левый хук при правильно выстроенном тренировочном процессе вполне реально любому спортсмену. Кроме того, для правши левый боковой особенно ценен тем, что включает в бой ближнюю руку и тем самым экономит драгоценное время в атаке. Самое важное, чтобы этот удар бился неожиданно. И левый боковой, поэтому и, ну, им заканчивается большинство связок, потому что он довольно незаметен, неожидан и может биться как... Ну, с него может и начинаться атака, и атака может и заканчиваться, он может быть и в середине атаки находиться. Сильным удар считается, когда он наносится внезапно, он может даже быть не очень сильным, но когда он концентрированный и нанесен внезапно, и человек, боец, твой противник, не готов его принять, он имеет еще большую силу, чем когда его видит человек, пытается защититься, и все равно ты в него попадаешь. Поэтому он, естественно, это за счет скорости, за счет внезапности, не за счет молниеносности и точности, можно сказать так. Он будет иметь все свои преимущества называться мощным левым боковым Алексея Папина. Что рассказать? В принципе, это простая боксерская школа. Изначально, как бы, как и у многих ребят, я занимался боксом. Да, занимался боксом. И оттуда у меня... Мне поставили руки, и основная часть, где-то 70% во время боев по кикбоксингу, моя работа руками. Итак, как ты бьешь боковой левый? Варианты боковой? Первый вариант – это боковой со скачка. То есть вот я выбираю дальнюю дистанцию, закручиваю корпус и со скачка бью левый сбоку. Ты бьешь его, я сразу задаю вопрос, ты бьешь его в российской манере, вот так руку, не когда не в российской, иногда в российской, иногда в американской, да, то есть в зависимости от дистанции. Если я стою вот на дальней дистанции, да, то есть я бью именно вот в российской манере. Если я стою на близкой дистанции, я бью именно так. То есть, ну, это как... От дистанции? Да, зависит от дистанции. Как это у нас в простонародье называется? Стаканом. Стаканом? Да, именно вот так вот. Да-да-да. Ну все, давай. Вот с дальней дистанции где-то вот отсюда я раз выбрал дистанцию, если я... Делаю близкое, да, сближение. То есть я очень близкую дистанцию выбираю. Именно так бью. Если чуть подальше, то именно бью в российской манере. Хорошо. Давай. Пробуем? Да. Хорошо. Хорошо. Отлично. Основное отличие между российской и американской манерами выполнения левого бокового, о котором упомянули Сергей Бадюк и Алексей Папин, заключается в следующем. Российский стиль выполнения левого хука предполагает, что в конечной фазе атаки кулак должен находиться в горизонтальной плоскости параллельно полу, пальцами вниз. В американской школе кулак фиксируется перпендикулярно полу, пальцами к себе, так как будто боец, выполняющий левый хук, держит в руках невидимую кружку. Или, как правильно заметил Алексей Папин, стакан. В американском боксе есть понятие, то есть удара кружкой, это когда кулак держится не так, а вот так, ну, показываю наглядно. И тем самым обеспечит более массивный, как сказать, при такой биомеханике удар наносится практически всем телом, поэтому он очень массивный и очень тяжелый удар. Если, скажем так, в советском боксе, в российском боксе есть варианты более... Излюбленный вариант – это тот, который, ну, тот, когда удар наносится костяшками при положении руки горизонтально. Вот, и плюс еще локоть советую держать параллельно точке удара, либо чуть выше. Некоторые тренера советуют вообще поднимать локоть, и за счет поднятия локтя осуществляется, то есть, более быстрое проникновение кулака там, через представляемый объект. Что производит такой удар, эффект хлесткости, и удар становится сильным не за счет массы, а за счет ускорения. Стаканом я бью исключительно и в коротком бою, то есть и в ближнем, и в дальнем я стараюсь. А некоторые ребята, они ставят руку и в дальнем там. Тут особых отличий нет, это кому как удобно. Но я считаю, что стаканом удар получается мощнее, потому что ты вкладываешься... Полностью весь кулак вкладываешь, весь корпус. Здесь, вы знаете,
нет определенного стиля, где правильно, где неправильно. Просто кому как удобно, кто как тренировал. Я бью все время стаканом. Мне кажется, что это мощнее. Но также не слабее получается и такое положение кулака. Поэтому вот своих учеников, там, своих ребят я им показываю стакан. И длинный, и короткий, и длинный. Поэтому кто бьет так, ну я тоже не запрещаю. Лишь бы удар доходил до цели. Я люблю бить не так, вот сказать, а люблю бить немножко сюда. Хоп. Как бы вот к себе загребать себе человека. Но лучше всего на улице бить локтями. Схватил человека и локтем работаешь. Вот это самое, мне кажется, эффективное для улицы. Хорошо. Если противник выше тебя, бывали случаи, когда противник был выше тебя, и ты доставал эти Бывали, бока? Довольно-таки часто, причем это бывает. У тебя какой рост сейчас? 1.84 метра. 1.85 метра. Да ладно, ну иди сюда. Что, я выше тебя, что ли? Ничего себе. Мне что-то казалось, что мы одинакового роста. Итак, твоя ситуация работы с противником выше тебя, боковой левый. Вот, допустим, вот боковой левый — это подход в любом случае через защитные действия какие-то. Угу. Либо смещаясь, в кикбоксинге же бьют ногами. Так. Допустим, он бьет левый хайкик. Мое смещение. Угу. Отсюда левый сбоку. Давай мы попробуем это сделать. Сейчас я сразу тебе выстрелю. Оп, еще. Давай я ударю сначала, потом поставлю. А то я не могу одновременно и бить, и ставить. Но вы понимаете, что в бою все это быстрее. Хорошо, понятно. Какие еще варианты ты бьешь? Варианты можно также... это самый простой вариант, да, то есть на скачке. На скачке мы можем начать его. Угу. А если запутать чуть-чуть соперника, подвести именно под Давай, запутай меня. И, ну вот мы начинаем, да, грубо говоря, с дистанции, накидываем раз, лоу-кик, угу. двигаемся, угу. два, лоу-кик. На третий раз мы пробуем, раз, лоу-кик, переставляем ногу назад. И с постановкой сразу. С постановкой ноги сразу бьем левый. Давай попробуем. Раз, на третий, два. Отлично, еще раз. Чуть подальше дистанции. Угу. 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 Хорошо. Еще раз. Очень жестко, очень хорошо. То есть ты его замаскировал таким образом и попал. Если мы же близко уже находимся, ты поджал канатом, вот как в том бою. Ты сначала его зацепил, и потом поджал канатом. Есть ли особенности работы боковым левым? Как ты его маскируешь здесь? Или дело не к маскировке здесь идет? Здесь не маскируюсь. Обычно, когда попадаешь, да, первые удары. Зацепил. Зацепил, первый удар попал, соперник уходит в глухую защиту. И здесь грамотно его раскрыть. Как? Каким образом? Да, раскрываем. Объясни сначала на мне, потом я тебе поставлю. Раскрываем смещением в сторону. То есть мы вот стоим. Да, заходим в сторону. Отсюда удары. Угу. Отсюда. Соперник в любом случае он будет где-то перекрываться, да. Угу. А самое удобное, самое простое, угу. как ну, мало кто использует у нас его в России. Давай, поделись секретом. Да, это снять руку. Батух Асиков его хорошо использовал. Да, давай, показывай. Вот он перекрывается, он именно перекрыт. Я снимаю, подхожу, снимаю ручку и отсюда бью левый хук. Давай попробуем снять мою руку. Еще раз. Хорошо, прям в висок попал, молодец. Вот было бы смешно, это, чтобы я тут... Это большие перчатки просто. Конечно, чтобы я тут залег в ринге, хохоту было бы на всю страну. Когда ты наносишь левый боковой, естественно, правая рука должна закрывать твою правую сторону. Левое плечо должно перекрывать твой подбородок. Левый боковой должен быть... или коротким, или длинным, не должно быть замаха, его не должно быть видно. Вот. И вот эти все основы тактики и техники бокса, это прежде всего с ними сталкиваются, с этими трудностями сталкивается новичок. И пройдя определенный этап подготовки, только через некоторое время, через месяца, он уже начинает свою технику шлифовать так, что ну, к ней не будет никаких претензий. Алексей Папин – человек, о котором можно говорить очень много, но я думаю, раз в 100 больше, чем о левом, боковом и правом прямом вместе взятых. Это большой души человек, но так как на телеканале «Боец» мы обсуждаем бойцовские качества, то об этих его легендарных качествах можно тоже говорить очень долго.
Нужно сразу сказать, что и с левым боковым, и с правым прямым у Алексея все в порядке. И даже я бы назвал его одним из тех людей, из тех спортсменов, которые для меня всегда были эталоном в нанесении вот левого сбоку. Я его даже на одну строчку с Майком Тайсоном ставлю. Я помню этот легендарный бой, когда я секундировал его, когда он защищал титул, когда они дрались за титул ВАКО ПРО, по-моему, по К1 с Ненадом Погонисом, и он закончил своими просто боковыми ударами раунд после, ну, боев после первого раунда. Алексей одержал очень много побед на любительском ринге. Пока еще не успел реализовать себя в профессионалах, но я думаю, что все впереди. У этого человека очень, ну, моего друга Алексея очень большие перспективы. И я желаю ему полностью раскрыться на профессиональном ринге и пополнить ряды тех бойцов, которые сейчас представляют элиту бойцовского мира К1. По мнению многих специалистов, левый боковой – лучший нокаутирующий удар в боксе и кикбоксинге. Залог успеха, в данном случае нокаута при выполнении левого бокового, предопределяют два основных фактора. Мощное и резкое движение руки с четким приходом ударной поверхности кулака в цель с одной стороны и точность попадания в наиболее уязвимые места соперника с другой. В корпусе таковым является печень, в голове – челюсть. Мастерами различных модификаций левого хука в боксе в разное время были Джо Фрейзер, Майк Тайсон, Дэвид Туа, Томми Моррисон, Марко Антонио Баррера, Хулио Сесар Чавес и другие. В муай-тае чудеса с помощью левого бокового творил Рамон Деккерс, в шут-файтинге Энди Сойер, в кикбоксинге Михалис Замбидис. Все эти бойцы нередко добивались побед нокаутом с помощью левого бокового и в немалой степени поспособствовали популяризации данного удара среди широких масс. Левый боковой – это удар, которым в российской школе бокса тренера всегда советуют заканчивать любую комбинацию, потому что в основном руки у соперника опускаются от головы, а левый боковой – это удар, который огибает кулак и приходит точно в челюсть. Удар, который приходит точно в челюсть, он обеспечивает, ну, по крайней мере, состояние нокдауна. Он должен быть не обязательно сильным, он может быть просто хлестким. Любые боковые удары, размашистые удары и удары корпусом, они… Все очень мощные, сокрушительные. Это также один из излюбленных моих ударов, потому что здесь вкладывается вся масса в удар. Очень серьезный и такой тяжелый, мощный удар. Один из немногих ударов, я думаю, он, ну, единственный в своем роде, который можно бить на очень дальней дистанции, то есть скачковый левый боковой. Доставать даже противника, когда он не находится в зоне твоего боевого действия, можно сказать, он этого может не ожидать. Когда он абсолютно находится от тебя 2 метра, и ты делаешь прыжок, скачок и достаешь его левым боковым, и этим заканчиваешь свой бой. Так же, как и он может быть молниеносным, когда мы находимся и в ближней, и в средней дистанции. То есть это удар очень универсальный и часто используемый. И если левая рука, а в частности левый боковой у спортсмена работает как часы, то за счет этого можно неоднократно выиграть и досрочно закончить бой. Я считаю этот удар очень эффективным и очень результативным, можно сказать. Итак, мы разобрали. Базовый на прыжке ты бьешь с дальней дистанции, да. Потом ты маскируешь его лоу-киком. Лоу-кик в данном случае просто выполняет роль отвлечения. Да, отвлекает просто. Он отвлек, то есть это работа по разным этажам. То есть чуть-чуть пропустить. Да, чуть-чуть где-то отвлечь его внимание именно на ногу. Да, то есть я пробил пару раз жестко, пару раз жестко. И все внимание отвлекает сюда. Накидываю, и в этот момент наношу левый боковой. И ближний, то есть через снятие. Стань чуть поближе. Да, то есть вот мы именно сняли. Да, сняли ручку. Там, и ударили. Дальней рукой сняли. Да, дальней рукой сняли и ударили. Давай, сняли. Очень хорошо. Ну что, друзья, гордитесь, что у нас в стране живут такие замечательные спортсмены. Я думаю, сейчас весь Реутов сидит у телевизора. Василию Ивановичу, это отцу, отдельный привет и отдельное спасибо от меня, просто как от фаната Лешиного, за воспитание такого прекрасного сына. А с вами был Сергей Бадюк, Алексей Папин. Практика с Бадюком. Берегите себя.